Домашнее насилие – актуальная проблема не только для Одессы, но и для всей Украины, констатируют в службе по делам детей. Люди перестают молчать и посредством информационных технологий 21 века начинают делиться своими трудностями с обществом. По словам сотрудников службы, количество звонков с просьбой проверить ту или иную семью становится больше к пятнице и выходным. Вот последняя ситуация была как раз в пятницу поздно вечером, когда к нам поступил вызов от полицейского ювенальной превенции, от Дмитрия Ревуна, относительно того, что на академика Глушко в районе детской площадки совершено насилие в отношении двухлетнего ребенка его мамой, что мама нанесла ему травмы определенные. Ребенок был госпитализирован скорой помощью в сопровождении сотрудника службы по делам детей в детскую областную больницу. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Он в сознании, но в стрессовом состоянии. После реабилитации его отправят к родственникам, так как его родная мама на профилактическом учете. К счастью, нашлись родственники семьи, которые для того, чтобы ребенок не отправился в детское учреждение временного пребывания, есть такая форма устройства в семью родственников знакомых, поэтому мы после сбора всех необходимых документов передадим ребенка в семью родственников. Напомним, если вдруг вы стали свидетелем насилия над детьми, то первым делом вам стоит позвонить 102. Далее правоохранительные органы будут решать, нужно ли привлекать специалистов службы по делам детей.